Андрюк, поздравляем с победой на этом турнире. Днепр на киевском туре был последней командой турнира. Сегодня вы полностью поменяли ситуацию. Ты сегодня MVP, самый полезный игрок. Расскажи, каково? Расскажи, каково это забивать геймвиннер в финале такого турнира, как был сегодня в Одессе? Это прекрасное чувство. Ну, во-первых, хочу поблагодарить всех организаторов, кто приложил к этому руку. Мы раньше о таком и не могли даже и думать, и мечтать. А сегодня вот такой праздник нам устроили. Это, ну, очень приятно играть в такой атмосфере. Сделали все, ну, на высшем уровне. Это было очень, ну, очень здорово. Еще прекрасно видеть много друзей. Вот, в жизни из-за того, что, ну, ездим и мало видим друзей, а тут все собрались, это было прекрасно. Вот. Что насчет броска? Ну, это победные броски. Просто броски забивать тоже хорошо, а победные, наверное, вдвойне лучше. Вот. Рад, что помог сегодня своей команде и занять первое место. Мы хотели этого очень. Вот, немного отвлеклись от баскетбола 5 на 5, перезагрузились. Думаю, нам это поможет.